стою я возле музея, но музей закрыт, нашла его чисто случайно. Там написано, что музей открыт июнь-сентябрь. Я так и не поняла, или в другие месяцы он открыт. Я посмотрю вечером сегодня в интернете, потому что нашла его случайно. Хотела я посмотреть другой музей. Гуляла по городу. Дождь противно моросит. И тут я случайно забрела вот эти вот развалины, можно так сказать. Сейчас я пройдусь, там интересное место есть и покажу. 4 часа дня, в принципе, еще светло, можно 2 часа было использовать как-то так по назначению. Но из-за того, что постоянно моросит дождь, снять что-то, ну, не получается. Вот только собачью получается заснять. И я подошла к офису туризма и спросила там, где. Я другой музей искала, или далеко идти. Они сказали, там на автобусе надо подъехать. Я думаю, ладно, я хочу в пятницу посмотреть, или в субботу, еще 2 музея есть. И тут я прошла как-то и обнаружила такую интересную, ну это не крепость, что-то остатки такой от крепости. Загадочное строение былых эпох. Ну вообще интересно, прямо в центре, но оно так скрыто, что его так даже не найдешь. Это я чисто случайно обнаружила. Я еще сегодня, в принципе, не смотрела карты, как бы путеводитель. Они мне дали брошюрки туристическом офисе, но я еще ничего не смотрела, я так смотрела, куда поехать из города. И здесь недалеко, минут 40 на автобусе, есть город в горах, Жерадмер называется. Вот этот Жерадмер я хочу завтра посмотреть, потому что обещают солнце, но у меня есть предположение, как тут мне сказали, что, наверное, нету снега, а город находится как бы в горах, и он красивый, когда в горах снег, и там еще и озеро. Но это как бы завтра. Вот сегодня я гуляю по центру города. Я осваиваю местность. Ну и забежала, набрала брошюрок. Еще точно не видела, что тут есть в городе. Так только по центру прошлась. И вот тут случайно попала на вот этот музей. Он закрыт. Я посмотрела, там закрыто. Ну я сейчас посмотрю, как сюда попасть. Это очень оригинально. Тут есть разные входы, подходы. Прикольные такие каменные остатки. Может, поделаю фотографии, но тоже пятницу, субботу, когда будет солнце. Такую пасмурную погоду фотографии нет смысла делать. Тут везде какие-то такие проходы, туннели, так интересно. Город, видно, очень старый. Церковь, для которой я ходила, была сложена там в 11-13 веке. Тут достаточно давно. А вот и колокол ударил в церкви. Церковь рядом. И вот как раз возле церкви можно пройти сюда. Тут прямо как красная ковровая дорожка усыпана разными. Эпиналь написано. Башенка стоит. Когда я только приехала во Францию, первое, что меня интересовало, замки. Ну, помимо путешествия и всего вокруг Парижа было очень много замков. И сразу все хотелось посмотреть, увидеть. Быстро. Сен-Тьер, дю Шевалье, дю Вал-де-Прин. Итак, музей написано «Открыт свободно июнь-сентябрь, каждый день, кроме понедельника с часу 30 до 18. Вот так вот. Так что сейчас не получается посмотреть. А теперь показываю, как отсюда попасть обратно. Вернее, как я сюда попала. Я шла в церкви сбоку и увидела, там написано музей, стрелочка. Думаю, что это за музей, пойду-ка я гляну. Ну вот, случайно вышла на этот музей. Ну, кто приедет летом, у вас будет шанс посетить башню. Так, я спросила про этот музей. Людей, которые стояли рядом с другой стороны, сказали, что там 3 этажа. Все, что здесь собрали, вот когда отрыли вот это все, все, что сохранилось, собрали какие-то там артефакты, они внутри этого музея. Там есть макеты города, ну, всякое такое. Но выйти наверх нельзя, чтобы так сверху посмотреть. В общем, видимо, там 2-й свет, ну, как бы такой электрический, поэтому, ну, просто музей истории, можно так сказать.
Вот здесь можно походить бесплатно, свободно. Музей тоже можно посмотреть, но летом. Так что, кто летом приедет, вот моя перчатка отсвечивает. Кто летом здесь будет, тот может посетить этот музей. Вот таких тетечек тут вот при входе увидеть. Так, тут написано, это мэры Пенала, когда-то очень давно сделали фрески в 2012-м. Здесь соорудили фрески. Так, я выхожу из церкви. Как покажу, как я сюда шла. Находится музей Шапитер на улице Рю де Шапитер. Тут много таких проходиков маленьких, когда идет вход, а над ним еще этаж какой-то. Притом очень часто здесь встречается. Ну вот и как крепостная стена тут есть. Написано 13-17 век. И тут открыто променад паблик, открыто для публики. И также тут вывеска, вот, что здесь можно прогуляться в этой крепостной стене. И музей Дюшепитер, вот этот музей, который закрыт. Это как раз возле вот этих дамочек. Ну, теперь я немножко отошла, чтобы показать вот эту церковь, как я случайно сюда попала. Подошла церковь с другой стороны. Я была утром с одной стороны, а потом я видела, так башенка обошла с другой стороны. Смотрю, тут написано музей. Я решила пойти, но музей оказался закрытый. Но я прогулялась по этой крепостной стене, посмотрела, что там есть, поговорила с людьми. Тут каждый дом является каким-то архитектурным достоянием. Прямо напротив номера 14, там, где написано «Музей и стрелочка», посередине церковь, и тут номер 10. Ныряем в этот номер 10. Это такой, как маленький пассажик. Проходим через него и опять попадаем к этим руинам, развалинам. В общем, тут можно обойти это место с разных сторон. В центре это такое самое интересное, наверное. Я видела на горе, там руины развалины тоже, как крепость. Но там парковая зона. Я не знаю, ли там я смогу подняться, но попробую. И вот так я обошла, вот с номера 10 я зашла, нырнула внутрь, и с другой стороны башенка. Проблема, что музей только внутри, и нельзя никуда подняться, так что обычно, когда крепость какая-то, люди поднимаются наверх, видно сверху, тут только так вот погулять, обойти вокруг местности. Начинала я с противоположного конца, я спустилась вниз, показала там проход. И вот можно зайти с другой стороны, в принципе, с двух сторон, так вот погулять по руинам. И я возвращаюсь опять к номеру 10, там, где я нырнула, чтобы выйти к церкви. Ну вот тут написан домик 1764 год, 1791. Вот так. Почти 18-е столетие. Тут на каждом доме табличка 1700-й. Тут на каждом табличка, что это является достоянием республики, так сказать. Все эти домики исторические какие-то такие очень важные. Здесь жила мадам Шонбург какая-то, 1771-1791. Честно говоря, не знаю, кто это мадам. Но, видимо, очень важная мадам была, потому что на каждом доме висит табличка.
А тут жила другая мадам. Тоже и все это как-то интересно. Так, ну у меня нету гида, тут вообще нету экскурсии, как я вижу. А здесь какое-то учебное заведение, потому что дети повыпрыгивали, и маленькие, и большие, ну в любом случае, тут кто-то учится. Я думаю, экскурсии здесь проводят только летом. Сейчас все очень тихо, и с этими вирусами, шмирусами, тут, в общем, совсем-совсем тихо. Ну и опять же, тут сбоку стрелочка, музей Дюшапитер, Рю Дюшапитер. Прямо рядом с церковью. И здесь на каждой табличке какие-то имена, и очень, видимо, известные, и очень важные. Но нужен человек, который знает историю этого города. Гид именно по этому городу, чтобы он объяснил, кто эти женщины были. Потому что тут на каждом доме табличка, не только написано, когда они жили, но их имена, фамилии, ну, фамилия в основном. Тут тоже опять какая-то мадам, тоже ее имя, почему-то одни женщины здесь. Прям, ну, я не думаю, что они занимались древней профессией. Думаю, тут совсем другое что-то было. Чуть ли не ваше величество, де ла Контес. В общем-то, такие какие-то важные особо проживали, что надо, конечно, гид. Не могу никому точно сказать, кто эти люди были. И табличка практически на каждом доме такая вот, рассказывающая историю каких-то людей, живших здесь. Очередной дом, и опять какая-то мадам. Почему-то мадам, мадам, такой женщины какие-то тут жили. Я как-то не глянула такую историю большую. Что же здесь за мадам жили? По всей этой округе. Весь этот квадрат практически возле музея. Я думаю, может быть, чья-то резиденция большая была когда-то здесь. Ну вот с этого квадрата, где жили очень знаменитые женщины, не знаю, какую они там важную роль сыграли. Опять же, если посетить этот музей, да еще и с гидом, тогда станет все понятно. Но без гида и без музея осознать всю такую историю, которая здесь показана и рассказана, это сложно. Есть небольшая памятка. Здесь пишут, что это старый город. И тут написаны вот фамилии, средневековье, кто здесь проживал, семьи людей, которые здесь последними были. Церковь я засняла в отдельном видео. И вот с другой стороны, если церковь обойти, как раз вот получается вот этот квадрат. Музей Дюшапитер, Рю Дюшапитер. Со знаменитыми домами, где жили знаменитые женщины того времени, средневековья. Тут везде есть стрелки, то есть вот ориентировать это от этой башни. Возле церкви сбоку вот этот вход, проход. Этим видом развалинами к музею. Прямо за церковью есть маленькая площадь. Очень тихо, но везде. Рестораны, здесь все закрыто, вообще рестораны во Франции работают либо в обед до 2 часов дня, либо с 8 вечера. Это проблема для меня всегда здесь. Если ты не в Париже, то пожрать просто негде, в общем, так скажем. Надо приходить либо до 2, ну где-то к 12, либо после 8 вечера нажраться до поросячьего визга. И опять же здесь табличка, здесь жила мадам Шуенбург, как-то ее так звали в 17 веке, 18, 17, 18 век. Все это примыкает рядом с церковью. Дождь моросит, я закругляюсь. Иду в центр, еду к себе обратно. Уже делать нечего, 5 вечера. Холодно, дождь моросит. Завтра обещает солнышко. И церковь, и музей находится возле офиса де туризм, туристический офис. А также рядом находится базар, крытый рынок. Офис де туризм. И с противоположной стороны от музея находится вход в церковь. Церковь очень интересная внутри. Она не огромная, там нету такого освещения, как в больших церквях. Потому что в больших церквях очень большие, получается, окна. За счет того, что витражи огромные, они пропускают много света. Здесь света очень мало, потому что церквушка маленькая, но очень старая. Ну и по дороге можете посмотреть, чем кормят французы. Сосисками, булочками,
запеченная картошечка с сыром, балычки, сальцы. Ну вот я опять вернулась на площадь, которую я снимала с утра. Было более-менее погода чуть лучше, сейчас уже моросит. Слякоть разная тут. Беру автобус, еду к себе, буду телевизор смотреть. Уже везде свет включается, электрический, снимать уже нечего. Надеюсь, в следующие 3 дня, когда обещаю солнце, будет чем порадовать. Я поднимусь в горы, надеюсь, и сниму маленький красивый город, который стоит в горах. И зимой там есть снег, ну я не знаю, ли мне повезет. Летом там есть озеро. Вот такие мои планы и надежды. В общем, у меня впереди еще 4 дня. Сегодня вторник, а я уезжаю в воскресенье поздно вечером. Так что до субботы. У меня еще есть время. Если я вдруг оговорилась, в воскресенье, в субботу вечером я уезжаю. В понедельник я приехала. В понедельник, получается, я приехала в 5 вечера, пока я автобус свой нашла. Пока я быстренько вещи закинула, уже было 5:30, билет на автобус был действителен всего лишь 1 час. Уже не было смысла возвращаться в центр города, в темноте что-то смотреть. Я побежала, думаю, хоть продукты купить сегодня на обед, на ужин, чтобы, ну, не переплачивать. Потому что в магазине напротив я нашла бутерброды по 2 евро. Курица за 2 евро и с лососем за 2 евро. И я взяла обед и ужин на сегодня. И получилось уже 7 вечера. И вторник, вот сегодня дождик, я думаю, ладно, я пройдусь так по центру, гляну центр. Среда, четверг, пятница обещают солнце, субботу тоже. Ну вот пару дней я хочу куда-то поехать, рядом с этим городом посмотреть, и пару дней еще здесь в музее, по музеям пройтись. И беру всегда обычно в субботу вечером поезд обратно, так, чтобы целый день еще выиграть и походить по городу или в какие-то музеи. Пошла бы сегодня в музей, но сегодня музеи закрыты. Как раз вот дождь, можно в музее, но музеи закрыты. Один только летом работает, второй откроется в четверг. Поэтому сегодня только по городу прогулка. Вот так. Что можем, презентуем под дождем.